Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей игры за Кри в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Кроме того, напомню, что спонсоры видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Приятного вам продолжения просмотра. Надо еще, чтобы кто-нибудь один обстрелял меня. Так, японец, я буду давить твоих людей. Не надо помогать моих людей. Плывут так. Они не в тебе. О, есть. Дружественно настроен. Как он так быстро повышается? Что? Что? Как он так быстро повышается? Покачивается. Да просто были у него. Мне оставалось 3 хп до. Ой, 3 экспы до повышения. Ты его два раза обстрелял, вот тебе и повышение. Бак, он мне, он был уже как будто ты его обрыл. Нет, он стоял, как будто я его поставил в оборону. Он стоял в обороне просто. Но это просто нет смысла обрабатывать, потому что оно далеко. Можно, кстати, вырубить просто. Просто вырубить. Что у нас тут с аэропортами? Где я могу их построить? А, на месте. Ладно, придется строить. Что поделать. Естественная история открыта. Шли в демократию. Сейчас Сальвадор отвалится. Успел отойти, ну ё-моё. Как и с кем он тут обстрелял? Арбалет и этот. Видом ПТ команды. Надо покупать. А, вообще надо лабы покупать. Ну нафиг эти ПТ команды. Так. Лаба. Ого, бедный броненосец. А, универ строится. Я не знал, что он так отлетает. Лаба. Лаба.
В Рио, наверное, тоже можно лабу купить. Ну и, наверное, пора. Там золотом Сальватор отвалился. Делать эти. Сальватор отвалился, тут буквально пару ходов. Японец, ты хочешь в обход? Ну, как-нибудь. Смотри, там плавает. Человек грабит наши торговые пути. Турецкий гангстер. Антиохия. А чё Антиохия хотела? О, опасно. Блин, как ты туда проплыл, блин? От безысходности взяли корабль и перенесли на уши. Послушай. Не понимаю, он две... А, у него арбалет два раза стреляет. Тьфу ты. Я допёр. В чём дело? Да, ну сейчас будет тяжело, конечно, взять Ресифи. Как они выживают? Я два раза сейчас арбалетом стрелял. Кто? Я еще не подвижился. Кто там выживает? А, два раза город стреляет, и сейчас два раза арбалет будет еще стрелять. Ну, норм, чё. Ну, хай он сидит тогда. Бразилец, может ты пойдешь, а, куда-нибудь уже? Он Андетка взял, свалил. А ты сидишь. Хернёй занимаешься. Правильно делал. Не сдаётся до последнего. Так он ты всё уже проиграл. Проиграл, чё ему? Он тебе не облегчает. А, детка, вам облегчила жизнь. Я, все, я буду всем запрещать а выходить молодец, до конца игры. Почет уважения. Почему? Он нам жизнь не облегчил. Бразильцы почет за то, что он ее сложил. Все же логично. Так что, финикийц на тебя не идет? Зачем? Зачем финикийцу на меня идти? Победа, он тебя забирает, соответственно, дальше они остаются со. То есть вот он прям меня забирает, вот прям реально. То есть он на меня нападает и забирает. У него давно уже самолет. И что? Самолет из алюминия летает, говорят. Алюминия что ли? За того японца. Давно прям. Самолет. Ты вообще видишь территорию? Мы с финикийцем друг друга территорию видим. Просто мы можем понимать, что происходит, там договариваться. У японца все грустно. Вот тут с другой стороны от Килиманджаро руинка. Не, вот и чем мне предлагает игра от тебя отбиваться, Соло? Так, если по чесноку. Нормально, Люкс разговаривает, у него наушники выключены, он нам что-то говорит. Что я не могу понять? Отбиваться, чё? Кто чё сейчас сказал?
Тебя Турок спрашивает, вот как вот игра предлагает от тебя отбиваться от твоих подлодок? Что там у тебя еще, броненосцы? Ну, я не знаю. Так, я не знаю, мы как по счету играем, или ты поздно прогружаешься, можно взять? Я поздно прогружаюсь. Дело не в этом. Дело в том, что у меня, в принципе, нет просто вариантов. У меня есть каравеллы и фрегаты. А у тебя подлодки и... Как их там? И броненосцы. А где вот это вот у меня? Ты там говори, если что, если по счету. Я загрузился. Считайте кто-нибудь. Может, раз, два, купить бипланы? Давай, раз, два, три. Так их вам строить. Вот видишь, отбиваешься. Пока не на следующий ход. Тоже на следующий. Что там вообще по ресурсам? О. Двадцать два хода. Здесь? Нет еще. Я скажу там. Блин, тут надо какой-то магнус обсадить, где... Он долго грузит. Где производство хоть какое-то. Столицу получается. Прокачанный парень, а ничего не дает. Так, дальше Рейну. Что еще не прогрузился? Или, блин, пингалу качнуть на гранты. Давай считай. Давай мы пингалу отправим. Пингалу сюда, на место Лян. Ну, а Лян сюда на Маву. Все. Значит, Магнус в столицу. Пингала... Вавасис, Алян в Питахакахановиин.
что когда придешь меня убивать? Никогда. Все, сдался? Да. Строители. Так, один ход до возможности строить аэродром. Давайте мы этот ход подождем. Собственно, здесь аэродром поставим. Ну, следующим ходом откроется у нас алюминий. Что по счету? Что-то уже Финикия впереди. О, пошло затопление, блин. Вот это не очень хорошо. Давайте мы в электричество выйдем. Нам три капера надо. Побыстряне. Я на месте стал. Ой, подожди, я сейчас буду на месте. Давай, раз, два, три. Вот и самолетики. И... алюминий. Ко мне. Бланчики. О. Да, у меня алюминий завались. Говорил, кого надо было убивать. Ну, кому алюминий? Кто хочет алюминий, кстати? Могу торгануть. Блин, 10 ходов до следующей эпохи. Видишь? Что, никому не надо? Это необычно. Никит, была бы ошибка. Ой, тут затопление, блин. Финикийцы, наверное, смотри, на какие-то варвары плавают. Убей. Я вижу, я все не могу использовать. В один город. Проблемный. Блин, а может мне не идти в электричество? Чё, ну, затопит и затопит. Уже лучше на авиацию лучше. И бомбардировщики делать. Да, наверное. А вы так еще ставил, что у меня не особо тут много затапливать будет.
Пусти меня, красавчик. Я не знаю, зачем вот бразилец вот просто не лазает прав. По... Так, тут подождем самолетов. Да ничего, надо что-то делать. Я думал, пока есть преимущество. Кому он еще войну объявил? Мне. Я пошел вот в разнос. Волнует. Дружба с Индонезией. Хочешь явно, чтобы я ему не мешал в чем-то. Да серьезно, как разведчик от подводной лодки вышел. Может, тебя по нефти? Да, вроде нефти не было. Тут оставляем производство на бомбардировщике. Ну, у меня вход 4, сейчас еще здесь обработаю. В общем, алюминия до хрена. Бы как, на счет, не на счет? Да не. Отлично, союз. С японцем. Так, еще два хода ждем до бомбардировщиков. Турок, а что ты за моего посла хочешь? О, тут буря. Плохо. Походу ничего. Да нет, я думаю. Аэродром построился. Ждем. Опа, а Библ падает. Это что, индонезиец напал? Да. Блин. Юна месяц я приеду. Ну вот вопрос, стоит ли мне пилить Финикию вместе с индонезийцем? Еще кто-то. Или заключить дружбу и... Ладно, я думаю, попробуем. Хочешь так. Войну, ищи ее, индонезийцы. Я мне войну объявили.
Индонезиец. Алюминий нужен? Да нет, я так ему города сушку. Ой, ой, извиняюсь, все, финикиец. Алюминий нужен? Да я не знаю, он, у него тут стоят, понимаешь, стадники-то. Ну и что? Я про то, я говорю, что... алюминий нужен, говорит, стоят всадники. Сейчас, я скажу. Всадники стоят, всадники. Я просто не думал, что он на всадниках меня пойдет атаковать. Почему на всадниках, на бомбардировщиках? Ну все, у меня стали варенье. Хорошо. Так бомбардировщикам уже пофигу. Что у тебя столеварение, медиварение, несварение. Гранат захватывает, нечего. Ой, тут я без кинеса. Ай-яй-яй-яй-яй. А, он не захватил, ну. Я забыл, что про зону контроля. Там броненосец плывет еще. Да. Мы обязательно что-нибудь сделаем. Мы не оставим вас одного. Хорошая. Хороший обмен. Меня устраивает. Блин, сегодня как алюминий не обработаю. Это зря. Так, а что там японец по победе верой? Как у него? 23 города. Да, вот ты бы лучше им занялся. Я с ним дружбу заключил. Я как раз на японца. Знаю, что ты на меня напал. А, ты индонезийский? Так он с японцем воюет тоже, по-моему. С кем он не воюет, давайте. Я с со всеми мной. Воюю, со мной. Кроме Лёши. 7 ходов. Чё-то не хватает. Ну я получу очки за захват бразильца, так? Да, какие-нибудь чудеса есть вообще? Быстрые есть какая-то возможность? 6 ходов, 4 хода терракотовая армия. О, кстати, терракотовую армию вместе с Васисе можно попробовать. Уже не знаю, что делать сейчас. Так все смешно. Сколько тут терракотка? 7 ходов. А нам осталось 7 ходов. А меня вечно атакуют под конец хода. О, финикийц приплыл. Ты откуда, брат? Я всегда тут был. Ладно, Аврио. Сколько? Терракотка тоже 7 ходов. Блин, тут строители, чтобы камень вырубить и терракотовую, соответственно, быстро сделать. Да, корсары береберские весьма приятные. Надо отойти. Убить. Хотя нет, даже я не убивать буду, а Ресифи обстреливать. А, тут лук. Нормально. Успел два раза обстреливать. Все, следующим ходом бразильца не будет. Здравствуйте.
Здравствуйте. Самолеты открыты. А, ну и в завершение нефти у меня тоже нет. Да ты счастливчик. Я бы сказал лаки. Соло, что же твое победоносное шествие остановилось после Жапонии? Да я понял, что тебя смысла нет захватывать. Пойду вон там, Никитцу порежу. Чтобы он далеко так сильно не улетал. Сожгу ему тут Библ, наука упадет где-то на 20. Ну, если у меня получится. Блин, тут у меня... Серьезно, все. А я тут Алексею конкурента хочу устранить, а он что-то не помогает. И у нас с тобой, видишь, разные стили игры. Нет, ну как? Я устраняю конкурентов. Я не считаю Колда конкурентом. Я его считаю союзником. Вот это заява. Дружочком практически. Кто вышел? Кто? Я пока пойду покурю. Я вылез. Ай, куда ж тут дальше пойти? В ракетостроение давайте... Или все-таки электричество откроем? Ладно, открою электричество. Спасибо за игру, бразилец, покеда. Блин, ну почему я опять мискликнул? Ладно, это бесит. Я опять должен был первый нажать на эту кнопку. Я не нажал. Ты представляешь? Ну, просто уже не нужен этот чувак. Ну, уже затопление пошло вовсю. А, тогда оставим тут еще производство, может построить дамбу, может. Что такое? А, он вышел, да? Проверили. Que Deus me conceda. Педро побежден. Надо еще этот город захватить. И все будет хорошо. Урбанизацию открыл. Подкрепление было. Может на... Спасибо. Может, на элитные войска возьмем.
Давайте глянем, что рационализм даст. О, Маджапахи подтонет центр коммерции. 300. Больно. На это больно посмотреть. Это уж больно. Судьба его. Маджапахит. Библ нулевый, что не хватило сил. Чего-чего с Маджапахитом происходит? Я что-то прослушал. Слушал. Уходит он как Атлантида. А, тонет. А, тонет. Да что такое? А, ожидание это слово. А, здание. А сейчас нормально? Я же здание могу строить, я могу покупать, и я получу очки. Ну, блин, а что ты ходишь? Ну, блин. Я думал, все, отжали. Понятно, все. У меня крутится шарик, ожидание игроков. Значит, у меня после вас будет. Нажми на шарик. Блять, Михаил. А, все, все. Спасибо. Сейчас терракотку поставлю. Библ не выдержал напора. Алексей, а вы там не хотите на бибонца напасть? У меня с ним союз. Как бы я просто объясняю, что у него там космопорт уже стоит. То есть, ну, стоит космопорт, значит, что он буквально ему 6 ходов до победы, да? Нет, я просто так для информативности. Капец, компьютер куда-то ей. Так, теперь мы пойдем в Буран. Три армии или армады? Две угольные тонут, электростанции. Тонут. Все тонет. Артефакт. Ну как хорошо, что у меня компонги и все равно. Все, ну хорошо, города стоят. Видите, нигде не требуются практически. Кто там уголь так топит? Прям жестко. Да это понятно. Юниты. Это финикийц просто. Тысячу. Это юниты, это эти броненосцы. Я сейчас сколько мне не хватает? 4 очка. 4 хода. Терракотка построится. Блин, мне надо да что-то подрубить под нее. Я не знаю, а терасинхроны? Терасинхрон, да. Ну, сейф давайте грузить. Ну, сейчас, если после этого рассинхрон еще раз будет, можно... Мне кажется, это после того, что я вылетел загрузить. Уничтожили этот город Финикии. Какой я шустрый парень.
Так, три хода. Три хода. Кстати, здесь Лян вообще ничего не делает. Ну, в смысле, никакие улучшения не сделаны для Лян. А что Вильнюс дает? 50% бонус за соседство. В Гонконге аэродром можно построить. Что? Когда вообще тут все будет это? Утопать. Это утонет, это через вторым, тут вторым. Ну и собственно все. Что-то как даже повезло с этими затопляемыми клетками. Никит, хватит опять уголь. Один. Бля. Полезный для этого уже не остановить. А, тебя самого не топит? Два очка. Так, чуть-чуть. Меня один раз затопило, я перестал пить. Вообще стоит содержание юнитов, шпионы. Японец, а ты там к Алексею не хочешь в гости заехать? Слушайте, давайте мы все заедем в гости к Соло, он как бы вообще всех вокруг на кого-то натравливает. Давай. Постоянно. Давай. Просто вот. Ну, как бы я говорю адекватные вещи, как бы улетал финикийц, я поехал в мужой город. Улетал финикийц, это он построил космопорт. Ну, как бы у него 400 науки было, ничего так. Да, когда у меня 400-то было? 380-то было. Когда караваны бегали к тебе. Ну, как бы ничего, что сейчас у него 280. Фоточку я у него снял. Ну и плюс он уже не улетит точно. Как бы остается Алексей. Какие у тебя странные эти... около Бимы дамбы? Или как они, плотины? Ну, потому что на сиськи похожи, кстати. Смотри, раз-два и посерединку какой-то. Ужас, ужас. Так это ты что-то строишь или это уже все? Уже все. Это плотина. Так она построена? Нет, строится. Думаешь, успеешь? Да, думаю, да. Еще два городка. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут увидеть уже прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных она появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!